Нажмите для подписки. Подпишитесь на канал Тайо и первыми получайте оповещения о новых сериях. Завтра проснемся и уже в школу. Да. Интересно, какой у нас учитель? Надеюсь, учитель будет добрый. Я что-то не уверен. Я тоже. Почему? Мне Фрэнк сказал, что у него был очень, очень страшный учитель. Представляешь, даже наш бесстрашный Фрэнк его испугался. Да, у Макса тоже были неприятности с учителями. Правда? Не будешь слушаться, я тебе покажу. Ой, неужели учителя и правда страшные? 1 сентября. Сегодня чудесный день. У Тая прекрасное настроение. Скорее бы наступило завтра. Ребята, завтра вы пойдете в первый класс. Правда? Ура! Вы там узнаете много интересного. Только чур слушайтесь учителей. Об этом не волнуйся. Мы молодцы! Ну, наконец-то я пойду в школу! Надо будет со всеми познакомиться. Как же мне всем понравится. Да! Привет! Меня зовут Тайо. Ну как? О, прости! Я тебя не видел. Ничего страшного. Что-то я тебя раньше не встречал. Я Тич. Катаюсь вот по городу, только недавно переехала. Скоро ведь 1 сентября. Ничего себе! А я тоже иду в первый класс. Мы в одном классе. Что? Ну, вообще... Давай дружить. Меня зовут Тайо. Так ты и тут недавно? Может, показать тебе город? Да нет, я... Да ничего, у меня выходной. Я тут все знаю. Можешь меня спрашивать о чем угодно. Хорошо. Поехали! Ух ты, Ленни идет в школу? Да, и я так рада. Тебе там будет весело. Если только не сделаешь, как Макс. О чем это ты? Ну, в детстве Макс как-то раз случайно засыпал учителя песком. Да, учитель на него так разозлился. Макс тогда до смерти испугался. Ну и зачем это говорить? Неужели учителя такие страшные, что даже Макс испугался? Ничего я не испугался. Поздравляю! Ты уже такой большой. Конечно! Я же завтра иду в школу! Запомни, первый день в школе главное не нервничать. Да уж, будешь волноваться, повторишь ошибки Фрэнка. Ошибки Фрэнка? Да, он случайно вылил воду и затопил класс. Правда? Да, это я из-за нервов, там был учитель. О, нет! Эти учителя, наверное, просто ужасные! Спасибо, Тара! Отличная экскурсия! Да не за что! Хочешь, покажу тебе самое хорошее место в городе? Хорошее место? Приехали! Здорово, правда? Это наша игровая площадка! Ничего себе! Может, хочешь съехать с горки? Нет, спасибо! Да ну, не бойся! Это совсем не странно! Да нет, я не хочу! Здорово, да? Давай еще раз! Тайо! Гэри, Бон-Бон! Привет! Вот ты где! У меня тут срочное дело. Не посмотришь немного за малышами? Да, конечно, не волнуйся. Что будем делать? Давайте играть в школу. Играть в школу? Да, поиграем в учителя и учеников. Здорово!
Хорошо, тогда я учитель, а вы ученики. Начинаем. Да, мистер Тайо. Для начала у нас будет урок пения. Я вам буду петь, а вы за мной повторяйте. Хорошо. Что похоже на прямоугольник? Что похоже на прямоугольник? Вкусный ароматный ломтик хлеба. Вкусный ароматный ломтик хлеба. Вы спели плохо. Давайте еще раз. Что похоже на прямоугольник? Мистер Тайо, что такое прямоугольник? Что-то прямоугольное. А что такое ломтик? Ну, это прямоугольный кусочек. Что такое прямоугольный? Все, хватит! У нас урок пения. Мы должны петь. Стойте! Дети, видите у Тайо окно? Вот такая фигура и есть прямоугольник. А ломтик буханки хлеба имеет точно такую же форму. Я знаю, Бон-Бон видел ломтик хлеба. Я вам помогу держать ритм. Споем еще раз. Хорошо. Что похоже на прямоугольник? Что похоже на прямоугольник? Вкусный аромат. О, какая же печь добрая. Надеюсь, мой школьный учитель будет таким же. Приключения Тайо. Завтра проснемся и уже в школу. Да. Интересно, какой у нас учитель? Надеюсь, учитель будет добрый. Я что-то не уверен. Я тоже. Почему? Мне Фрэнк сказал, что у него был очень страшный учитель. Представляешь, даже наш бесстрашный Фрэнк его испугался. Да, у Макса тоже были неприятности с учителями. Правда? Не будешь слушаться, я тебе покажу. Ой, неужели учителя и правда страшные? Ребята! Хана! А это что? Это значки, которые вы будете носить в школу. Здорово! Надевай! Ну вот, та-да! Ура! Смотрите, не потеряйте, а не то учитель рассердится, поняли? Ладно! На следующий день автобусы идут в школу. Ух ты! Это наша школа! Красота! Тайо, а где твой значок? Он пропал. Когда учитель узнает, у тебя будут ужасные неприятности. Ай, что же делать? Поеду поищу, а вы отправляйтесь в класс. Тайо! Куда же делся значок? Тайо! Привет! Ты еще не в школе? Я не могу найти свой значок. Тич, у тебя тоже нет значка. О? Наш ужасный злой учитель на тебя рассердится. Ужасный? Не бойся, учителя совсем не страшные. Нет уж, все говорят, они очень страшные. Может, нам лучше вообще не ходить в школу? Что? Зачем идти туда, если все равно будут неприятности? Тайо, если честно, я тоже очень боюсь в первый раз идти в школу. Но если ты пойдешь со мной, мне это очень поможет. Правда? Ну да. Давай поедем в школу вместе, а? Ну хорошо. Только ты, Чур, не отставай, ладно? Спасибо. Всем привет! Привет, Тайо! Добрался! Значок не нашел? Нет, не нашел. Я тоже рад сегодня тебя видеть.
говоря, да, очень да. страшный. А? Ребята, учитель идет! Где же Тич? Вот-вот придет учитель. А вот и Тич. Ура! Успела вовремя. Здравствуйте, дети. Меня зовут мисс Тич. Я ваш классный руководитель. Здравствуйте, мисс Тич. Наша учительница? О, нет, а я и не знал. Значки у всех на месте? Да, мисс Тич. У кого нет значка, поднимите, пожалуйста, колесо. Значок – это ваш особый знак школьника. Завтра будьте значком. Хорошо. Вы, наверное, нервничаете в свой первый учебный день. Да! Когда я только приехала в город, я тоже очень нервничала. Но потом один мой хороший друг мне все здесь показал. И даже проводил меня сегодня до школы. Я надеюсь, вы тоже будете дружить и также помогать друг другу. Будем! А теперь давайте знакомиться. Наши автобусы пошли в первый класс. И Тае очень понравилось учиться в школе. А все благодаря его замечательной учительнице. Непослушные! Руки и Пэт патрулируют улицы города. Что ж, начался еще один рабочий день. А? А? Что там произошло? Давай-ка проверим. В чем дело? Какой беспорядок! Что случилось? Что же теперь делать? Тае! О, Пэт! Эй, что здесь тряслось? Ну, знаете... Так, вроде никого нет. У меня вроде тоже. Если нас снова поймают, Шайн... У нас будут неприятности. Я тебя поймаю! Спиди, Шайн! Притормозите, ребята! И я должен сделать доставку вовремя. О, нет! Все в порядке. А что же такое? О, нет! Это мы во всем виноваты. Если нас снова поймают... Поехали быстрее! Подожди меня! Не волнуйся. Никто нас здесь не найдет. Я очень надеюсь. И я недавно нашел это место, его никто не знает. Шайн! Ага, что? Ого! Так, ребята. Это уже не первый раз. Кто-то ведь мог пострадать. Во всем виноват Спиди. Что? Почему это я виноват? А мне кажется, что вы оба виноваты. Что? Нет! Простите нас! Мы больше не будем так! Ну, хорошо. Тогда так. Ага. Значит так. Я дам вам, ребятки, еще один шанс. И что нам делать? Делайте что-нибудь хорошее и берите подписи у тех, кому поможете, и я все забуду. Делать что-то хорошее? А что значит «все забуду»? Наказывать. Не буду вас наказывать. Но мы не... Вам нужно сделать все до конца дня, чтобы избежать наказания. Хорошо. Что-то хорошее? И нас не будут наказывать. Ну хорошо, давайте поторопимся. Нам предстоит сегодня много работы. Придумал! Мы можем помочь на стройке! Эй, подожди! Эй, Макс! Спиди, Шайн! Так-так, кто здесь у нас? Мы приехали помочь вам! Да. Помочь нам? Да! И
после нам нужны ваши подписи. Подписи? Во-первых, вы можете перевезти вот эти контейнеры с песком. Если все сделаете правильно, мы подпишем бумажки. Будет сделано. Я первый. Я что-то волнуюсь. Я сделаю это быстрее. Я ничего не вижу. Спиди. Подожди, стой. Что это они делают? Они ведь сказали, что хотят помочь. Спиди. А мы могли научить их. О, нет! Немедленно уезжайте отсюда! Мы же просто хотели помочь. Да, и нам ничего не подписали. Привет! Что с вами случилось? Долго рассказывать. А вы куда собрались? Мы специально освободились пораньше, чтобы помочь Раби. Помочь Раби? Да. Мы поможем ему навести порядок. Мы поможем вам. И получим подписи. Я помогу. Я. Что это с ними? Даже не знаю. Приключения Тайо. Вы можете отдохнуть, а мы поработаем. Зачем? Мы же можем вместе. Я же говорил, нам нужно собрать подписи. Так что можете где-нибудь прогуляться. Ну хорошо. Удачи вам, друзья. Ну, с чего бы нам начать? Поехали. Может, они закончили? Может быть. Ты чего, Раби? Та-дам! Что скажете? Чистотища! Что это? Грязнее, чем было! Давайте, подпишите! Ну! Уезжайте! Мы ничего не подпишем! Здесь просто ужасно грязно! Да ну, не так страшно! Мы же все убрали! Да, мы убрались! Мы ничего не подпишем! Ну и почему же? Что у вас здесь такое? Я смотрю, у вас здесь что-то случилось. Да, во всем виноват Шайн. Неправда, виноват Спиди. А мне почему-то кажется, что виноваты вы оба. Все же стоит вас наказать. Давайте-ка оба домой и поживее. Видимо, ничего у вас не выйдет. На этот раз вам не повезло. О, нет! Мы же просто пытались помочь. Да, мы все время что-то делаем не так. Еще немножечко. Шайн, весь этот беспорядок устроили мы. Они все еще наводят порядок. А я думал, что мы помогаем. Но мы делаем только хуже. Теперь мы наказаны и должны ехать домой. Да. Скорее, мы уже опоздаем. Смотри, это Сито. Мы все пропустим. Сито, что случилось? Я должен отвезти туристов в аэропорт, но у меня сдулись шины. Я боюсь, что не справлюсь, они опоздают на самолет. Что? Что же нам делать? Один, два... Мы можем отвезти в аэропорт 4 человек. Но, Спиди, мы же наказаны, помнишь? Если вы не будете вести себя хорошо, у вас не будет возможности исправить. Да, наверное, ты прав. Мы же опоздаем на самолет. Мы опоздаем, мамочка. Шейн! Нужно отвезти их в аэропорт. Согласен. Мы должны попробовать.
Сито! А? Не переживай, мы отвезем твоих пассажиров в аэропорт. Правда? Да! Спиди и Шайн благополучно доставили туристов в аэропорт. Спасибо, друзья! Спасибо, друзья! Я рад, что мы не пропустили вылет. А я рад, что мы их подвезли. Это так здорово! А? Это Тайо и Ленни! Привет, друзья! Вы уже домой? Да, мы наконец навели порядок. Простите нас. Мы все испортили. Да все в порядке. Но мне кажется, вы должны были ехать домой. Руки и Пэт ищут вас. Спиди, Шайн! Что вы тут делаете, а? Ну-ка, остановитесь! Разве я не ясно объяснил? Вы оба наказаны! Да, но мы же... Мы только хотели, чтобы... Снова ваше оправдание! Эй, ребята! Вот вы где! А я вас везде ищу. Сито! Я так и не смог сказать вам спасибо. Спасибо, друзья. Ты о чем это, Сито? О! Я не мог отвезти пассажиров в аэропорт. У меня спустило колесо. А Шайн и Спиди помогли мне. Благодаря им пассажиры успели на самолет. Что? Это все правда? Да. Что это? Эти наклейки означают, что вы сделали что-то хорошее. Что? Но мы же не послушались. Это так. Но все же вы помогли другим, несмотря ни на что. Вы помогли другим, потому что знали, что им действительно нужна ваша помощь. Так что ваше наказание отменяется. Ура! Большое спасибо! Поздравляю вас! Молодцы! Вы же не будете больше так делать, ведь правда? Конечно, нет! Потому что мы стали послушными! Спиди и Шайн научились помогать другим. Теперь они знают, насколько это важно. Спрашивай о чем угодно. В школе начинаются занятия. Сегодня мы будем угадывать, кто прячется за глазком. Подсказка – там животное. О, что же там? Тайо, попробуешь? Я... Что же ответить? Метла? Точно, там метла! Мой ответ – метла. Я же сказала, это животное. Там был лев. Животное метла. Ну вот, я из-за тебя ошибся. Вот как? После школы друзья поехали на площадку. Но почему такая пробка? Не знаю. Не ждать же нам. Может, поедем в объезд? Туда? Да, так будет быстрее. За мной! Подождите. Осталось немного. Тут еще хуже. Ну вот, вышло еще дольше. Уже вечер, даже поиграть не успеем. Да просто никогда нельзя делать так, как говорит Роги. Неправда! Наступил следующий день. Вопрос такой: это силуэт котенка или щенка? Роги, по-твоему, как? Я думаю, это щенок. Правда? Спасибо. Лисич, это котенок. Правильно, молодец, Тайо. Спроси Роги и ответь наоборот. Что? Надо будет тоже так сделать. Точно, наш мистер ошибка. Надо мной смеются. Что же мне с этим делать? Ага. Он как раз должен проезжать. Мэтт!
Привет! Привет! А я тебя ждал. Зачем? Просто друзья надо мной смеются, потому что я всегда ошибаюсь. Я тоже хочу много знать, так же, как ты. Ты меня научишь? Чему же тебя научить? О, сегодня после обеда будет дождь. А? Как ты узнал? Я определил это по облакам. Ух ты! Ты такой умный! Да ну! Кстати, возле музея сейчас ремонт. Выбирай пути объезда. Ремонт? Надо сказать друзьям. Спасибо, Мэтт! До скорого! Пока! Пообщаешься с Мэттом и сразу станешь умнее. Рокки! Привет! В парке цветет сакура. Поедешь с нами? Ага. Сакура? Ну нет, будет дождь. Будет дождь? Если Рокки так говорит, значит дождя не будет. Нет, будет. Небо вон какое ясное. Поехали. О? Ух ты, здорово. Да и день такой хороший. Ну вот, я же говорил. Это... Едем домой! Да. Мэн был прав! Холодно! Я же говорил! Да ну! Тебе просто повезло! А? Постой! Нам не туда! В чем дело? Возле музея ремонт! Поехали вон там! В прошлый раз мы за тебя полдня ехали! Я еду налево! Я тоже! Нет! Я тоже! Дани! Ты же поедешь со мной? Ну, я... Вот и посмотрим, кто приедет первым. Я устала. Да, но зато мы приехали раньше, Рокки. Размечтался. Мы с Ганей уже даже помыться успели. Но почему вы так поздно? Просто возле музея и правда ремонт. Какие пробки... Я же говорил. Да, так что ты не мистер Ошибка. А все благодаря Мэтту. Приключения Тайо. Привет, Рок. Все получилось. Я оказался прав, и друзья очень удивились. Прав, рад слышать. Я буду приезжать каждое утро. Ты будешь меня учить? Ладно. Может, рассказать тебе про грозу? Расскажи. И Мэтт стал каждый день учить Рокки чему-нибудь новому. Слушаешь? Кто хочет ответить? Я! Ответ желтый. Да, правильно. А теперь кто? Я! Что это такое? Отвечаю! Рокки становится все умнее и умнее. О, точно. Что это со мной? Ты спал на холоде. Помойся теплой водой, тебе станет лучше. Ты в театр? Осторожней, там большая лужа. Когда друзья хотят что-то узнать, они спрашивают Рокки. Скажи, Рокки, как мне проехать быстрее? Почему вода мокрая? Сейчас объясню. Спасибо тебе, Мэтт. Меня теперь прозвали Всезнайкой. Я рад. Да, у меня новости. Завтра у реки праздник воздушных шаров. Праздник? Да, там будет много воздушных шаров. И они все будут летать в небе. Ух ты, как здорово. Пойду расскажу друзьям. Спасибо, Мэтт. До скорого. Что? Воздушные шары? Да! Поедем все вместе? Да! Будет здорово! И красиво! Праздник им понравится! Привет! Пэт, откуда едешь? Я был у реки, где должен был быть праздник. В чем дело? Завтра будет ураган, так что шары пока пришлось убрать. А сам праздник пока отложили. Как? Будет сильный дождь и ветер, так что ты осторожнее. Кошмар.
Надо завтра утром сказать Роме. Доброе утро! Роги! Вы так рано проснулись? Мы едем на праздник. Надо занять хорошие места. Ладно. К Мэтту я сегодня не поеду. Поехали! Ладно! Странно. Почему Роги нет? Мне надо ему сказать про праздник. К тому же будет ураган. Что же делать? Будет так весело! Почему никого нет? Да уж. И шаров тоже нет. Мы приехали рано. Скоро все будет. И погода стала странная. Такой сильный ветер. Что происходит? Вы что стоите? Будет ураган. Уезжайте. А как же тогда праздник? Его отложили. Езжайте домой. Здесь опасно. Как же так? Ошибся. Ну, просто... Да ну тебя! А я-то тебе верила! Мэтт говорил, что праздник сегодня. В чем же дело? Наступил следующий день. Надеюсь, Роги в порядке. Он сегодня не приехал, наверное, злится. А что, если с ним что-то случилось? Мэтт! О! Роги, у тебя, наверное, были неприятности? Немного. Прости, все из-за меня. Да что ты? Благодаря тебе мои друзья меня так полюбили. Что? Я тебе сейчас все расскажу. Я ничего не вижу. Мне страшно. Сначала я был очень напуган. Что же? Но я вспомнил, чему ты меня учил. Точно! Ты говорил, что в ураган надо поскорее спрятаться под крышу. Я завез друзей на подземную стоянку. Теперь все хорошо. А мне все равно страшно. Да. Я так боюсь. Бояться нечего. Гром так только звучит, но на самом деле он совсем не опасен. Правда? Так что бояться его не нужно. Ух ты, столько всего знаешь. А расскажи еще. Хотите услышать сказку про грозу? Да. Я рассказал им то, что ты рассказывал мне. На свете человек в голубых одеждах. Они стали слушать и забыли про свой страх. Как же интересно. Рассказывай дальше. А потом мы все вместе вернулись домой. Ясно. Ты не приехал, вот я и волновался. Я просто решил поспать. Мэтт, можно я и дальше буду приезжать к тебе? Мне нравится учиться. Да, я тебе рад. Приезжай, когда захочешь. Спасибо, Мэтт. Не за что. Кстати, у меня новости. Спасибо, что привел нас. Ты потрясающий. Ну, наконец-то. Роги, откуда ты столько всего знаешь? А это... Секрет! Секрет! Если вы что-то не знаете, спросите об этом Мэтту.